Девочки, привет. Валяюсь. Пришла с работы, валяюсь. Капец, какая я метеозависимая. Сегодня утром проснулась, голова болит. Смотрю новости, обещают сегодня. Вчера тихо было, обещают сегодня грозу. Погода будет меняться. Я уже не знаю, какие таблетки пить. Вообще какая-то катастрофа. Сейчас еще новости Николя прислала. У нас в центре там какая-то группа уродов открыла в школе стрельбу. Стрельбу. Сейчас прислала видео, что один сдался, сколько там чего. Непонятно. Одного взяли. Вроде бы как тяжело раненый есть. Один вроде бы как погиб, но это неофициально еще. Еще нету данных. Прислала видео. Вон сидит один урод. Я думала, это самокат рядом. Это, видите, арбалет. С арбалета они стреляли. Сел и сидит. Ублюдок конченый. Люди ходят, понять не могут сначала, чего это. Полицейских, ну как сам сдается. Полицейских вызвали. Люди понять не могут, что он. Ублюдок. А они, оказывается, в школе стреляли. Там у знакомых дети не пускают туда родители, чё почём, не выходят, дозвониться не могут. Вообще кошмар. Но этого одного урода взяли. Сколько их там, чё ещё, ничего не известно. Ничего еще не известно. Вот этими стрелами они стреляли. Фу, что делается? Это вообще какая-то жесть. Но тут вроде у нас спокойно, хотя центр от нас недалеко. Тут пока спокойно, теперь все родители переживают. Вроде как говорят. Ну теперь, видите, слухи пошли. Вроде бы как они не в одной этой гимназии, что в нескольких школах их сколько, чё. Ничего не понятно. Сейчас новости включала Абдрамаргафана. Ничего пока нету. Так. Гроза идет, стоит. Пока еще нету ничего. За это. Боже, сколько уродов. Они насмотрятся вот этого всего. То, что показывают. Эти компьютерные игры, все. Начинает дуру гнать. Нет, смотрю, сейчас нету ничего такого. Так, он бы кантом. А, только есть то, что вчера движение поездов было нарушено. Какие-то придурки на железной дороге там воровали какие-то запчасти или что. Поэтому было у нас нарушено движение поездов. Нету пока еще. Может, еще непонятно, что почем, поэтому в новостях не будет. Ой. Голову разрывает. Так. Эти Галкины всякие. Мне так интересно за него аж прям. Так. Не, нету девочки еще. Что это за уроды? Я говорю. Они ходят, контролируют, чтоб там где-то без маски не прошли, где-то то, где-то все. А вот это, блядь,
проконтролировать не могут, аж бесит. Главное, чтобы масочный режим соблюдали. Бред какой-то. Это, знаете, вот как летели сейчас. Стоим в аэропорту, все без масок. Кто чё, рядышком, бок о бок стоим с друг с другом. Никаких масок не надо. Садишься в самолет с этими же людьми, садимся в самолет. Надо. Надо маску, да. А вот такое предотвратить, причем это по всему миру, вот с этими школами постоянно проблемы. Россия, Америка, блин, тут теперь. Полицейские куда-то понеслись. Слышите? Нет, они туда поехали. В другую сторону, а это в той стороне. Что-то он здесь. Блядь, что-то он здесь тормознулся. А нет, он поехал в ту сторону, девочки, куда надо. Поехал. Значит, не поймали их сейчас всех. Не поймали, я думала, он сюда и проедет. А, он вот так. Сейчас племянник должен со школы тоже ехать сюда. Вроде как здесь поспокойнее. Вообще. Орхидея моя. Стоит здесь. Здесь ей хорошо. Нет, это сейчас они сюда поехали. Туда. Это получается... Вокруг какой-то кошмар. Какой-то кошмар в мире происходит. А я валяюсь, не могу. Мне в 2 часа к швее идти, а я валяюсь. Прям ничего не делаю. С работы пришла. Ничего не могу делать. Разрывает голову. Волосы покрасить надо. Вся голова белая, девочки. Чё такое? Да, блин, хоть бы нормально все было, чтобы никто не пострадал. Так дети, родители отправляют детей в школу, а потом... Вообще не понимаю. Не знаю, хоть бы сейчас со всех школ поотпускали, что ли. Не видно, Николя рисует картинки. Бизнес открыла. Девки высылают ей фотографии. А чтобы она их рисовала, они портреты дарят своим друзьям, ну, своим женихам. Плохо видно. Бизнесом занялась. Теперь закидали этими фотографиями, надо, чтобы они были топлес. Топлес. Вчера еще одна прислала фотографию. Показывает мне. Сережа говорит, ну-ка дай, Николя, я посмотрю. Может, где говорит это самое. Накосячила, неправильно рисовала. Она говорит, сейчас. Девочек он хотел посмотреть. Ну. Короче, вот такие дела у нас в городе. Вы представляете, а у них же можно, у них могло бы замкнуть, они могли бы пойти вот эти карусели, там же сколько народу, представляете? Вот такой террористический акт сделать. Телефон плохо ловит свет.
У них же мозгов хватило бы, придурков. Жесть. Так голова болела. Еще это узнала, еще больше разболелась. Бедные эти родители. С ума сходят сейчас. О, что делается, господи, что делается? Когда же они все успокоятся, придурки-то конченые? Как их земля-то всех носит вообще, жесть. Чего не живется людям тихо? Вообще. Ой, девочки. Я не знаю, уже прошла та гроза, что ли. У меня никогда такого не было. Я сейчас вообще только вот какие-то малейшие изменения погоды за сутки вперед я уже их чувствую. Это катастрофа какая-то. Еле отработала сегодня еще вечером мне. Бред У меня уже распускаются потихонечку. Вчера буквально ничего не было. А эти вечером... Днем почему-то нет, но вечером они так пахнут. Вообще. Так пахнут. И всегда вечером только выходишь, такой запах прям. Ой, Сережа, тут огород. Растет. Все, я от муравьев избавилась. Теперь хоть цветочки начали расти. Они же там подгрызают, наверное, все. Корни, все. Девочки опять несется. То ли полиция, то ли скорая. Не могу понять. Ни одна. Куда поехала, понять не могу. По-моему, сюда и проехала. Одна за другой несется. Надоело уже это. Хоть бы взяли этих уродов уже. Или живыми, или мертвыми. Один хрен. Бедные дети там боятся, наверное. Еще вдалеке несется тоже. Что происходит в мире, а? Девочки опять несется. То ли полиция, то ли скорая. Не могу понять. Ни одна. Куда поехала, понять не могу. По-моему, сюда и проехала. Одна за другой несется. Надоело уже это. Хоть бы взяли этих уродов уже. Или живыми, или мертвыми. Один хрен. Бедные дети там боятся, наверное. Еще вдалеке несется тоже. Что происходит в мире, а? Заварю себе, наверное, мяту я. Так, бумажка. Где у меня мята была? Попью мяту, я уже не знаю, чего пить. Расстроилась, блин, еще. Вот как, на все смотреть позитивно, некоторые пишут мне. Позитив, у тебя один негатив, блин, если вокруг один негатив. Если вокруг один негатив, посмотрите, что происходит. Вот как себя перестроить на позитив. Ты ходишь, ты отправляешь детей и не понимаешь, что может случиться. Ничего не делаю. В доме бардак. Я ничего прям руки опустила.
Сейчас вот чай заварю. Пускай немножко запарится. Ой, вообще. Чмо-чмом, прости господи. Вот такую штуку покупала в Турции. Она тоже как ментоловая. Такой камень. Вот мажу. Я уже не знаю, куда что засунуть, что выпить, куда где намазать. Ой. Но все равно полегче. Вот это хуже некуда, когда вот себя плохо чувствуешь, все стоит, вся работа стоит. Ну, все, смотрю, температура у нас идет на снижение. В субботу уже до 15 градусов, до 17. Сейчас пока 22, что нормальненько. Блин, а? Нет никаких новостей. Там кто-то скажет, там кто-то перешлю, что-то скажет. А официально пока никаких новостей нету. Чё опять? Стало известно об уходе Пугачёвой. Куда она опять ушла? Фейк, не фейк. Чё только не пишут. Да. Какие растения нельзя держать дома? Не будет ни денег, ни счастья. Да вы чё, какие? Так. Очень сильный цветок энергетика, которая полезна не всем. Монстера не подходит людям, которые страдают болезнями горла. Вот такая, это же как фиалка, типа, горло. Цветок вызывает страх и одновременно питается положительными эмоциями. Может, мне все уже цветы повыкидывать? Герань можно обнаружить буквально на каждом подоконнике. Неприхотливое растение, которое не нуждается в уходе. Так, у цветка довольно продолжительный период цветения, что нравится хозяйкам. Однако герань может стать причиной головной боли или привести к сильной астме. Чего-то я не поняла. Где-то я читала, что наоборот герань, этот запах, у кого головные боли, короче, это помогает. Фиалка. Нежные цветы не подходят девушкам, которые находятся в поиске спутника. Я не нахожусь. Я уже нашла своего спутника. А то они отпугивают мужчин. Тёщин язык. Скромный и неприметный цветок. Оказывается вампиром. У меня стоит. Если такое растение поселится в доме, то девушке будет сложно обаять и удержать мужчину рядом с собой. Ёк-макарёк, девочки. Чё делается? Нельзя будет. У кого тёщин язык, растение, нельзя удержать мужчину будет. Ай-яй-яй. Серёжа! Да? Ты не хочешь от меня уйти? Куда? Куда-нибудь от меня не хочешь уйти? В туалет разве только что? А в туалет можешь сходить. А чё? Да ничего. Ну чё ты вон это рисуешься в майке алкоголички? Ну, это неприлично. Я же дома. Ну и что? Тут-то вон я с девочками. Неприлично в такой маечке.
Не, походу, у меня цветок не действует на меня. Сережа никуда не хочет уходить. Ничего, девочки, не стоит, блин. Переживаешь теперь из этих школьников. Но Николя отзванивалась. Но она и в другой школе. Просто полный пипец. И как вот на позитиве. Как вот все позитивно принимать. Это вообще, это надо в тайгу уехать, ни телевизора, чтобы не было, ни телефонов, ничего. И тогда ты будешь жить на позитиве. А так как вокруг нас такое происходит, какой позитив, о чем вы шепчете?